22 марта глава Северского района Адам Джерим поздравил с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Александра Васильевича Литвинова. В день рождения глава зачитал приветственный адрес от губернатора Кубани, а от себя лично пожелал фронтовику здоровья и долгих лет жизни. Ваш жизненный путь – яркий пример для нас и для будущих поколений. Спасибо за мирное небо над головой, за возможность жить, учиться и работать на благо России. От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и долголетия. Пусть рядом будут добрые и заботливые люди, а в вашем доме царят мир и благополучие. В годы войны Александр Васильевич Литвинов служил техником и шофером в Польше. Имеет награды Орден Отечественной войны второй степени, медаль за боевые заслуги за победу над Германией, медаль Жукова и другие. Также является ветераном труда.